квадрокоптер S-167 GPS, обладающий камерой 1080p, долгим полетом до 20 минут. Данная модель выполняет фотосъемку и видеосъемку по жесту руки, что помогает без пульта снимать. Имеет Headless Mode – это режим, при котором квадрокоптер, в каком он положении ни находился бы, боком или передом, будет управляться так, будто он повернут к вам задом. Имеет три скорости полета для помещения и на открытом воздухе. На модели установлены защитные рамки, предохраняющие несущие винты от ударов. Имеет функцию возврата, автовзлет, автопосадка. Возможно управлять дроном с телефона. Орбитальный режим позволяет дрону летать по кругу вокруг заданной точки, чтобы вы получили панорамные изображения и видео. Дрон может летать по заданному маршруту на карте в смартфоне. Имеет функцию следовать за объектом. Квадрокоптер с автоматическим возвратом к месту взлета по команде или в случае потери сигнала пульта управления или разряда аккумулятора. Идеально подойдет для путешествий, поскольку дрон компактен. В комплекте идет сумочка для переноски, имеет длительное время полета и хорошую камеру. Дрон S-167 GPS оснащен камерой, которую можно выставлять с углом наклона до 70 градусов. В комплект входит сумка для транспортировки квадрокоптера. Сумка оснащена поролоном от исключения поломок при транспортировке. Сам дрон складной, идеально для путешествий. Купить можно на AliExpress. Ссылку на товар я оставил в описании под видео.